spinningline.ru. Рыбку мышкой. Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Вадим Комиссаров, и я рад вас приветствовать на канале Spinningline. Сегодня у нас в обзоре представлена серия безинерционных катушек, обладающая ярким дизайном и сравнительно невысокой стоимостью. Ее название Jet, а изготовитель – известная компания Kasadaka. Линейка состоит всего из трех моделей, которые весят от 196 до 340 граммов. Передаточное число одинаково для всех модификаций и составляет 5,2 к 1. Давайте поближе рассмотрим Kasadaka Jet с индексом 2000. При производстве корпуса SSL, в котором одновременно совмещены легкость и достаточная прочность, используются специальные пластики. Такие же материалы являются основными и для изготовления ротора. Кстати, с целью уменьшения возможных колебаний во время вращения этого узла применяется технология балансировки под названием C-Balance Rotor. В катушках установлено 5 подшипников, из которых 4 шарикового типа и 1 роликовый. Также предусмотрена система антиреверса. Она позволяет избежать случайного проворачивания ротора в обратную сторону. Шпуля из алюминия, в зависимости от модели, способна вместить от 120 метров лески диаметром 0,20 мм до 135 метров монофила сечением 0,30 мм. Для фиксации шнура или лески предусмотрена пластиковая клипса. Отметим наличие ролика с функцией противозакручивания. Мультидисковый фрикционный тормоз имеет переднее расположение, и с его помощью можно настроить именно то усилие, которое позволит стравливать леску без обрыва основной оснастки. Позади ротора, внизу корпуса, располагается рычажок переключения реверса. Обычно во время рыбалки он отключен, и катушка работает только в режиме намотки. Но при необходимости, после переключения, ручка будет вращаться в обе стороны. Сама ручка снабжена достаточно удобным, плоским, прорезиненным кнобом. В целях сохранности при транспортировке или хранении ее можно прижать к корпусу, ослабив винт с противоположной стороны. С его же помощью можно переустановить рукоять под другую руку. А теперь давайте разберем Kasadaka Jet и посмотрим, как она устроена. Внутри расположен современный механизм MechMatic, элементы которого максимально точно подгоняются друг к другу и работают как единое целое. Благодаря такой технологии катушка сможет прослужить более длительное время. Осталось добавить, что ссылку на данный товар вы найдете в описании под видео. А чтобы не пропустить новые, интересные и полезные обзоры, не забудьте подписаться на наш канал. А на этом я с вами прощаюсь и до новых встреч на канале Spinningline.